Минимум декораций, максимум смысла. Так характеризует премьерный показ спектакля «Фантазии Фарятьева» режиссер-постановщик Юрий Сергиенко. В пьесе, несмотря на законы жанра, нет негативных персонажей, а тема любви знакома каждому зрителю. На генеральной репетиции спектакля в Театре Северного флота побывала и наша съемочная группа. Новый сезон в Театре Северного флота особенный. Бессменный почти три десятка лет главный режиссер, народный артист Российской Федерации Юзеф Фикита покинул Заполярье. Впрочем, театр продолжает радовать зрителя новыми постановками. Очередная премьера состоится на выходных. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы уже здоровались? Александра! Почему вы зовете меня так торжественно? Спектакль «Фантазии Фарятьева», известный зрителю по киноверсии, поставил режиссер Театра Северного флота Юрий Сергиенко. В постановке можно увидеть, какими целями люди добиваются своего счастья и насколько оно у всех разное. Пьеса, написанная в начале 70-х Аллой Соколовой, не теряет своей актуальности и сейчас. Это любовный треугольник. То есть, когда один молодой человек влюблен в даму своего сердца, но дама его не любит, а влюблена в третьего, ну, во второго молодого человека, но тот ее не видит. Но за этими вот перипетиями, за этими какими-то отношениями развития, затухания, поднимаются пласты общечеловеческого звучания. На сцене поднимут тему взаимопонимания между людьми, несовпадений психологического, эмоционального и мировоззренческого характеров. Каждый зритель увидит то, что близко ему. По словам режиссера, этот спектакль даже немного философский. Пьеса очень хороша, пьеса светлая. Там нет ни одного, повторюсь, отрицательного персонажа. Злодеев нет. Все хотят добра друг другу, все хотят любви. Счастье своим возлюбленным детям, опять же. Но развязка драматичная. Впрочем, жанр спектакля в театральных программках определен как трагикомедия. Зрителям скучать не придется. Перипетии, в которые попадают герои, временами комичны, забавны и даже где-то утопичны. Я все услышала, вопреки своему желанию. Я не способна подслушивать твои интимные разговоры с молодыми людьми, но ты же знаешь, какая у нас звукопроницаемость. Премьерный показ спектакля «Фантазии Фарятьева» на сцене Театра Северного флота состоится в субботу, 11 ноября.